И всем привет, ребята! Сегодня мы будем, рисовать что-то. В принципе, 3D. Да, тут есть трехмерная фигура, я могу тут что-то сделать. Ну что? Как мне рисовать? Если я сейчас это вылажу, вы уже смотрите это. Я сейчас записываю. В следующем видео уже будут рисовать, то это как-то долго. А если вы часто заходите на мои ответы на вопросы во ВКонтакте, и, кстати, давно их не было, завтра будет, обещаю, то тогда... 15 октября будет. То... Если вы заходите на мои прямые трансляции на ВК часто, то вы сейчас, вы уже пропустили трансляцию. Так вот, сейчас я буду записывать трансляцию во ВКонтакте. Сейчас заходим во ВКонтакте и начинаем прямой эфир. Подождите немного, ребята, я ненадолго. Так, все, я на трансляции понял, что нарисовать, и теперь я знаю. Ага, тут мы этот кубик вот так делаем. И продлеваем его вот сюда. Теперь мы вот так его поворачиваем. Бум. На 90. И продолжаем вот так его растягивать. Вы, наверное, сейчас, если честно, просто не понимаете. Но потом поймете, обещаю. Теперь изменяем тут цвет на черный. Все. Это будет поле. Теперь мы берем вот этот сферу. Все, теперь, ребятушки, мы тут делаем белый цвет. К сожалению, нельзя разноцветный, но где-то на одной детали, где-то там красный и зеленый. Поэтому будет мяч, да, кто не понял, это мяч белый. Только надо чуть-чуть потемнее, а то сливается с фоном. Хотя, нет, лучше оставить. Оставляем тут цвет и переходим во вкладку Horse. Да если что, можете со мной повторять. Теперь мы тут... Вам можно изменить цвет фона. Ладно. Переходим на эту сферу и изменяем цвет на светло-серый. Давай лучше на просто серый. Нет, просто сливается. А то тоже сливается. Ладно. Цвет. Опа. Цвет. Переходим вот на вот этот. И... слушайте. Подойдет. И теперь мы... это будет сложновато уже как-то. Хотя...
она духовно вступала. Все. Одно смещение пикселя не подойдет. Ну да, ноль. Ладно. Теперь мы тут. Ну, думаю, что видео можно заканчивать. Потом выложу это во ВКонтакте фото, которое получилось. И думаю, что ему. Нет, это достаточно. Ну, для начала достаточно. Потом, если что, изменю я. Ничего со стрессом не произойдет. Завтра выложу другое. Хотя, какое завтра? На следующей неделе. Уже заканчивается неделя. Вы писали ли там? Я не видел. И, кстати, я бы не догадался нарисовать. Так, ладно. Ну, думаю, что... Все, пока.